Всем привет! Вы на канале Мама Я, и сегодня у меня радостная новость. Мне выпал МЗ. Ладно, шутка. Мне выпала третья легендарка, походу последняя в этой игре. Ну, еще по сути должны Сэнди добавить, но как просто объясните, почему? Походу мой ник реально самый везучий в мире. Что-то, мне кажется, после этого видео все себе не сделают ники в Бравл Старс и Шахрис. Не, ну я надеюсь, такого не будет. Шахрисис Апокалипсис, не, надеюсь, такого не будет. Такого не должно быть. Ух вы, посмотрите, как он стреляет. То есть у него иглы разлетаются, то есть как у настоящего Спайка. Он как бы кидает, а потом маленькие иголочки могут попасть еще. О май гад. Вот это да. Просто что это за жесть? Что, как? Как его просто смог выбить? Так, ай, меня убили, но хочу сказать сразу, очень, в принципе, хорошие результаты. Очень, в принципе, годно. Не, ну я понимаю то, что Спайк у многих, но... Просто, понимаете, третья лего мне падает. Вряд ли... Не, ну если это было у меня в реальном правде, это я там, наверное, сделал на Вороне 600 кубков. Кстати, а я на Булекс уже сделал 550. Сегодня 21 ранг ап, только потом его это и слил. Ну, короче, это другая история. Не знаю, ну, по-моему, старпоинты за 550 кубков дают. Так... Получи. Кому сказал? Получай. Ой-о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 й
может. Ну, Кольт, например, такого не сможет делать. Да ну, с двух ударов Кольт. Кольт отлетает с двух ударов. Просто два четких таких попадания, более-менее. Так, о, у нас 8 битка, это тоже он задротил. И немало так задротил на 8 битку. Да ну, ничья? Нормально. Вот это да, ничья. Редко я вижу ничью. Ну, ну, хотя она и у меня бывает. Ну, в общем, не важно. Так, он там что-то решетное написал. Это эти слова в решетке. Но это не точно. Это не точно. Так. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно, как больно, как больно. Очень-очень больно, очень-очень-очень мало хп. Очень мало хп. Все, 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 все. Все, против второго кольта, вы серьезно? Вы там затимились? А, еще стик, не-не-не-не. Не, ну стиком это уже нереально. Ну тогда давайте возьмем МЗ. И этого тика просто затрол, хотя... Ага, у него, значит, 6000, а недавно был 666? Гость 666 играет? Вы серьезно? И этого я, честно, заскринить хочу. И мне это реально хочу заскринить. Гость 666, у меня недавно было 777 кубков, это значит читер 777, что? Что? У меня, кстати, есть скрина. Скрин. Да зачем даблеры эти бесполезные выпадают? Ну, хотя они не такие бесполезные, в принципе. Ну, они не очень так сильно влияют. Хотя, хотя когда как. Так, у нас уже 9500. И сейчас добьем эту тару. Не, ну тара, а ты сама что лезешь? Какие-то они глупые лезут в мою же атаку. Я их атакую там, ну, не дострелю, они потом мне помогают. Или лезят туда же. Ладно, там боты, ну, я понимаю, у них нету мозгов. Стойте, а о чем я вообще говорю? Разве у роботов есть мозги? У них, по-моему, там железяка одна, а не мозг. Кстати, вот серьезно, напишите в комментариях, есть ли у робота мозги вообще? Смотрите, подписчик.
Так, 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 ухожу. А это обманочка, а это обманочка. Он сам обманул меня. Но в итоге обманул его я. Я его закрысил. Хотя МЗ не умеет крысить в кустах. Хоть она не ближник. Что? И прочее. Ну, смотри, я тебе просто 2-0 делаю. Даже какой 2-0? 5-0. Нет, ладно. 5-1. 5-2, по-моему. 5-2. 5-2 такой счет у нас с этим смайликом. Стоп, а смайлики разве умеют играть в Brawl Stars? Вау, я залез на этот мячик. На это хомячье колесо. Вау, я залез на хомячье колесо. Что просто? Что, извините? На какое еще хомячье колесо я залез? Так, Кольт, а вот за что ты мне делаешь? Я, наверное, это как скрин возьму. Как? Нет! Не, ну прикольно было. Я на хомячьем колесе стоял. Все, хомячье колесо в атаку! В атаку, хомячье колесо! Нанеси 5 миллиардов тысяч урона. Хотя я о чем? О чем я? Эх. Жалко, что не выпало. Так, а что тут еще вообще можно выбить? Стоп. А из мистиков кого еще видел? Спраута не видел. Мистер Пи не видел. Макса не видел. Макса не видел. Стоп. Не понял. Тара, Мортис, Макс. Джина не вил, Макса не вил, Мистер Пи не вил, Спраута не вил. Стоп. Ну тут, по идее, должно быть 3 мифика. А, тут реально, походу. 3 леги, 3 мифика, 3 эпика, 3 сверхредких, 3 ред. Стоп. А где будет? Кстати, она не тут вообще будет, извините, когда-то? Если тут еще нет Сэнни, то когда будет на ней? Я боюсь представить то, что в следующей жизни. Да. В следующей жизни, походу, она выйдет, если еще даже нету Сэнди. А Сэнди уже практически... Ну, практически, ну, там... 9 месяцев Сэнди где-то. Ты что валяешься? Видимо, хотел на бетоне поспать. Не успел дойти до кровати. Ух ты, битва с Кроу. Стоп. Я хочу... На хомячье колесо надо. На хомячье... Стоп. Извините, а кто собрался в реально вообще в бою Кроу со Спайк? Кстати, интересная битва, но сейчас будет интересный килл. Кстати, а на Мортисе можно на хомячье колесо залезть? А вот это интересно. Давайте сейчас быстренько попробуем. Ой, она что, бьется разве? Да ну, в первый раз билась. Не, оно не билось. А, оно не бьется. Да я уже думаю, да ну. Как оно? Всю игру не било, а теперь бьет. Неужели... Кстати, сегодня апдейт здесь был. Батутик просто так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Почему я не добил этого стрелка? Со спайнком будет намного... Хотя с Кроу тоже... Ой-ой-ой-ой-ой. Стоп. Что? Давайте вот. Привет. Давай затеемся. Стоп. Он крутит за ним? Слушай. О, стой, это мой подписчик? Или он стрелять реально не умеет? А может, он стрелять не умеет? Давай затеемся. Да, походу он тимиться не умеет. Но мне кажется, давайте вот его тогда закрытим. Ну, раз он тимиться не хочет, то получай. Слушай. Хотя он как будто бы тимится, но нет. Ну раз отказ, то получай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Это кто там? Овощи? Овощи? А, нет. Значит, это король овощей всех. Овощей. Ну, не думайте, это не в прямом смысле, это в переносном. Я имею в виду оброки, это так же, как булы-крыса. Ну, но он же не крыса. Это его просто называют крысой. В переносном значении. Так. Солдат. Молодец, солдат. Встаешь не пошив... Ну, вау, сразу две атаки. Не, ну тут Кроу
Не, ну тут Кроу кольца вообще разрушил. Стоп, а мне идея пришла, кстати. А такую тему реально можно сделать? Вот такую тему реально можно сделать. В принципе, Кроу будет всех отравлять. Кольт будет собирать так быстренько баночки. Что я, вот так реально можно делать тему в Brawl Stars. Неплохая выйдет. Так, а где у нас то хомячье колесо? Так, давай. У нас, кстати, новое. Тут новое... А прикинь, если было реально бы хомячье колесо в Brawl Stars. Оно бы дамажило там, как метеорит. Антитиминг. Приходил хомяк. Хомяк? Хомяк. Который гнется в хомячьем колесе. И потом, короче, что-то происходит. Стоп, что? Я ул? Что значит ул? Хорошо, а я ру. А я Орн. Я Орн. Я Орн. Привет, Ул. Я Орн. Или же Роу. Получай ты. Знаешь что? Молодец, солдат. Так. У нас сейчас будет 9700. И мне кажется, если мы так быстро сделаем 10 тысяч, то, не знаю, на видос не этот. Хотя, знаете, лучше 10 тысяч оставим на на следующую серию. То есть это у нас по счету уже пятая. О, наверное, шестая, это уже будет одна из финальных. Если мне еще что-то выпадет, то это, наверное, будет одно из финальных серий. Но, может, я еще сделаю 10-й серии, наверное, это будет точно уже финал. Ну, хотя посмотреть, как мне будет вести. Какая у меня будет колесо фортуны? Только заговорил за колесо фортуны, и сразу же Мортис. А Мортис, как мы знаем, выигрывает Кроу. Хотя, откуда? Откуда я это сказал? Мортис, по-моему? Кстати, а Мортис выигрывает Кроу? Я этого не знаю. А вот этого я реально не знаю. Кстати, а Мортис реально выигрывает Кроу? Не знаю. Не знаю, но может быть. Нет, ну Спайком я сегодня баттлился, по-моему, со Спайком. Не знаю, вживую, не вживую. Ну, я имею в виду, в дружеской, не в дружеской, но я ему проиграл. Ну, Спайк, я сразу скажу, очень дикий урон. Ну, он не дикий сам. Ну, вы поняли, наверное. У него очень мощный урон. И, кстати, у нас сейчас будет ящик, с которого нам... Ничего не выпадет, скорее всего. Ну, потому что тут даже если выпадет, у меня после спайка, я понимаю, насколько шансы уменьшились. Так, что? Так. Так. О, все. Ебой. Ну, как я и говорил. Вот такая вот ерунда выпадет. Так. Ну, вот так вот. Так, ну на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Да хватит ты уже. Так, вот все, закрыли.